Всем привет! Ребята, вы на канале Раямбот, и сегодня я буду запускать новое прохождение Майнкрафта без шоколадки Бро. Да, я здесь должен ни разу не умереть. Если я помираю, все, я это больше никогда не буду записывать. Ну что ж, приятного, как говорится, просмотра! Так, первым делом мы должны собрать все факела и бонусный сундук. Так, собрали факела. Теперь смотрим, что у нас в бонусном сундуке. Так, первое вот это забираем. Теперь ломаем деревянным топором. Так, отлично, все подбираем. И идем добывать дерево. Как же без дерева? Нам нужно очень много дерева. Так, первое дерево добыли. И еще нам нужно будет найти деревню. И, ребят, я здесь не могу включить щиты. Тогда это тоже прохождение Майнкрафта становится не прохождением Майнкрафта. Так, еще парочку. И еще одно деревце нужно нам срубить будет. И, ребят, я все это делаю без монтажа. Как некоторые ютуберы. Как, например, Данкар. Это все делают с монтажом. Дарик. А, да. И, пожалуйста, оставьте ваши комментарии. Комментарий дня попадет в следующий. Да. Я буду вам считать этот комментарий дня. Все, я не умею так делать, как и удар. Удар. И как удар. Господи мой. Как же это имя запомнить? Ура, ребята! Это за это нужно поставить лайк. Я сразу, как только появился, я нашел деревню. Да, ребят, я нашел деревню. Так, бежим к ней, бежим к ней. Ура, я в деревню попал. Круто, круто, ура! Так, давайте обыщем дома. Если будет тут она, я... Я, кстати, вам забыл кое-что рассказать. Если тут у них будет кузница, это вообще крутяк. Так, сейчас... О, кроватка есть. Пока... О, тут даже две кровати. Три! Четыре кровати. Так. Ладно, очищем. Будем очищать их сундуки. Так. Ой. Так. Подвину камеру вниз. Так. Ужас, сколько этих всего. Капец. Так, ломаем сундук. Пока что не забираем кровать. Может, я другую, какую-нибудь цветную найду. Пожалуйста. Ура, я цветную нашел. Значит, мы забираем желтую кроватку. И идем тут, вот сюда. Так, вот. Лучше тут можно. Мне не надо так. Так. Слушай, курочка, это ты писал? То, что тебе не понравилось видео по Майнкрафту. Да, ты дурак. Ух, ушел хейтер, ушел хейтер. Все, умер хейтер. Ура, сено. Ой, какая-то странная деревня. А бочка? Зачем ей? До свидания. Ну реально, ребят. Скажите, странная деревня тут. Добываем сено.
без быстрой перемотки. Потому что не быстрая, ребят, перемотка. Это выключение камеры, потом обратно включить. Но я без быстрой перемотки. Так, в каждой деревне должен быть охранник голем. Но я его в этой деревне пока что, скажем так, не наблюдаю. Я знаю такую штуку. А, ребят, напишите в комментариях вот эту именно штуку. Вот именно вот эту. Можно добыть деревянной киркой? В следующей серии я почитаю ее в ваших комментариях. В следующей серии тогда, если я буду в этой деревне, добуду так. Вау! Крутая у них церковь. И варочная стойка. Варочную стойку можно, оказывается, было и деревянной киркой собрать. Это нам пригодится обязательно. Так, теперь... Ай! Больно в ноге, блин. Ладно, хорошо, что мы отхиливаемся тут. И еще добываем свина. О, боже мой, сколько... За кадром. О боже мой, сколько у них тут этого сена. Давай мы опять сено. Roll as you me, coal mines. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Coal air, oh well, Kansas. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Капец, как долго мы будем это добываем. Очень долго. Я предлагаю для вас быструю перемотку сделать. Быстрая перемотка начинается через раз, два, три. Так, сено я все добыл. И теперь можем идти к верстаку. А нет, не все. Ребята, я все. Я в этой деревне буду жить. Тут есть кузница. 49, вы что, крысы? Откуда у вас только пшеницы? Правда, есть один хлебушек, потому что слишком много здоровья. Вот. И, ребят, я играю на нормальной сложности, как выживание бомжа в Беларуси. Тут еще один сундук зачищаем. Капец, как их много тут этих сундучков. Так, маг. Тоже полезно. Потом можно сделать что-нибудь с этим магом. Ура! Ах! Сколько у меня это... Так, сено, ребят, понимаете? Как у них так много сена? Это уже не... Что это сегодня за такая первая серия? Темнеет, а я не успел даже ходить в кузницу проверить. Не будут там алмазы. Все, именно все прям до последнего ввода будут поставить лайк или еще что-нибудь ценное. Так, дверь. Есть. Так. Ребята, вам нужно поставить лайк. Обязательно вам будет поставить сейчас лайк. Так, этот сундук забираю. Хотя... Я буду здесь жить. Да, в кузнице я буду жить, как компот. Так. Такую кроватку. Капец, все, всем доброе утро, я проснулся. Такие вот тут, так, раз, два, три. Все. Нормально. Так.
Ах, да, точно, поставить зельеварку. Зельеварка. Будет ли у меня стоять? Не знаю, где будет стоять. Будет стоять здесь. Зелье нужно варить на улице. Ладно, поставим на улицу. Все здесь так и делаем. Все. Поставил на улицу. Пускай здесь будет. Точно. Я же так забыл скрафтить. Нам еще можно. Так, скрафтим верстак. Поставил стак. Открою меню. Разыскиваю свинью. Почему свинью? Не знаю. Так хочу. Почему так хочу? Потому что я могу. А? Как рэпчик зачитал. О, и вот тут повесим. Капец. Ладно, пойду-ка добывать булочку. Если шо, я ушел. Будет он мой рабочим. Мне нужно именно 8 булыжника. Мне нужен булыжник для одной важной цели. Печь. Ура, булыжник. Да точно, нам же еще и земли нужно будет накопать. Чтобы потом как-то выкопаться. Я думаю, ребят, у меня мало шансов найти уголь. Но, как говорится, шансы есть. Как-то я давно в мой личный специальную штуку в плейлист загружал видео свой собственный. Так, коптиль. Так, мне коптильня пока что не нужна. Так, складываем все в этот сундучок. Так. Все это ставим. Вот это. Ну, короче, вот это тоже все нужно в сундук спрятать. И все. Какао-бобы? Вы серьезно? Я, наверное, сегодня буду сажать в следующей серии. Это эти какао-бобы. Так. Дерево вот сюда, яблоки оставим. Это вот сюда и это вот сюда. Все, готово. Так, и... А, я забыл просто, как делается. 30 хлебушка. Зачем нам там много хлеба? Ладно, из этого стака возьмем вот сколько, даже меньше, вот сколько. Еще. Трясину возьмем и переработаем. 27 сена. Ура! Надо покушать. Так. И сейчас я пойду чесать своего соседа. А, у него была тоже кровать. Ну ладно. Так. Смотрим и в этот домик зайдем. А тут тоже есть кровать. Вышел. Всех тут есть кровать. Кстати, а что нас с тобой можно поторговаться? Ты что, серьезно? Капец.
прости, но мне нужно сделать, как говорил Виксплей. Вообще ничего не нужно. Из первой коровы. Ну куда ты бегаешь? Раз плюс две кожи, ура! Так, я пойду. Смотри, как котел крафтится. Вот какой котел. Костер. 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 Костер как крафтится. Сейчас напишем. О, костер. Так, такие древесины, один уголечек и три палочки. Так, а с угольком-то у нас проблема. Нам нужно найти уголь. Так, заходим. Ай, ладно. Возьму еще и факела. Ля-л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 я
катаемся вниз. Никогда не копай под себя. Это первое правило Майнкрафта. Еще 8 камней. Я не знаю, куда его это потратить. Уголь пока что не удается найти. Похоже, придется скоро звать моего, скажем так, сантехника, скажем так, чтобы он помог мне найти уголь. Мне очень нужен уголь. Так. Так. С домиком. Ну все, это последние минуты. Ну что же, друзья, вот и первая серия моего летсплея закончилась. Обязательно, кому понравилось, поставьте лайк. Ну и подпишитесь, конечно, на канал RyanBot. И шоколадка Бро. Кстати, на шоколадку Бро ссылочку ставлю я где? В описании, конечно. Ну что же, спасибо за просмотр. Всем удачи и до скорых встреч. Всем пока.